Всім вітання тим, хто слухає нас тут, і тим, хто слухає нас і дивиться в онлайн-трансляції. Я представлю таки Пітера. Пітер Померанцев є британський журналіст і телепродюсер. Наразі є співдиректор програми «Арена» в інституті «Агора» в університеті Джонса Гопкінса в Сполучених Штатах. Пітера часто називають дослідником пропаганди, але він є автором книжок «Все можливо» і також «Це не пропаганда. Пригоди у війні, пригоди у війні з реальністю». І наразі моє ім'я Наталка Гуменюк, я є також журналісткою і співзасновницею лабораторії журналістики «Суспільного інтересу». Ми багато працюємо з Пітером, зокрема, і програмою «Арена» щодо досліджень того, як боротися з поляризацією в суспільстві. Пітер наразі перебуває в Вашингтоні, я представляю його українською, але наша розмова буде російською, не англійською. Я також одразу буду починати. Ви також матимете змогу ближче до кінця дискусії, вона триває годину, ставити свої запитання, а ті, хто дивляться нас онлайн, будь ласка, пишіть свої запитання в коментарях, я їх тут отримую. Пітер, добре утро, в Вашингтоні 9 утра, спасибо, що воскресне утро с нами на связи. Как нас слышно? Очень хорошо. Мне нормально видно? Мне кажется, немножко темный кадр. Мы уже все на нас смотрят. Мне кажется, все прекрасно, насколько это может быть. У нас тоже немножко пасмурно, поэтому все как есть. Но наша тема этого разговора все-таки называется глобализация дезинформации в первую очередь, потому что можно говорить с Пітером об очень многих вопросах. Но мой первый, конечно же, он будет не про Украину. Я просто вспоминаю, как несколько лет назад, когда мы начинали работать как раз в Киеве, ты, Пітер, тогда, я расскажу эту историю, писал письмо во время какого-то ужина, когда у нас были рабочие вопросы, в поддержку ради освобождения Марии Реза, журналистки из Филиппин, это было несколько лет назад, которую тогда арестовали, и нужно было бороться за ее освобождение. До этого она есть также героиней книги «Это не пропаганда». Но и Мария много говорила о том, насколько Facebook помогает диктатору Дутерте, филиппинскому, дискредитировать журналистов и насколько он сегодня он стал игроком. Я тоже прочитала вот сейчас, после того, как Марию Резу наградили Нобелевской премией, посмотрела тоже на переводы ее статей, мы их публиковали в 2016 году на Громадском, и увидели, что эти статьи 2016 года. Что за эти годы изменилось, вот сейчас 21 год, какие все-таки стали основные вызовы для в мире, которые касаются пропаганды и дезинформации. И на самом деле очень бы хотелось, чтобы ты все-таки рассказал эту историю из Филиппин, и все-таки книга твоя и о Филиппинах, и о Мексике, и о всем том, что очень на самом деле объединяет нас с другими странами. Меняется все время. Но появляются новые платформы, появляется Telegram, Gab, Discord. И, разумеется, когда появляются новые платформы, появляются новые ходы и так далее. И пропаганда всегда меняется, технологии. Но то, что еще не поменялось, это какая-то идея, как нужно это пространство урегулировать. Да? Пока... Или, точнее, какие-то идеи, какие-то тезисы появились, но мы еще не приблизились особенно близко к урегулированию этого пространства. И сейчас, конечно, главная битва идет, такая тучи собираются вокруг огромной битвы между компаниями и государствами, которые будут пытаться умно урегулировать это пространство в демократиях, ну или, конечно, просто... ужесточать цензуру в недемократиях. Это такое новое пространство, где началось, как все новые технологии, с огромной эйфории, как мы все знаем. Майдан был частью этого, что интернет-технологии главным делом поддерживают демократические какие-то явления. Очень быстро стало понятно, что, во-первых, силы зла могут воспользоваться этим пространством. Мы это видели на Ближнем Востоке, в Мексике,
в Филиппинах тоже, через там, разные там фабрики троллей и так далее. Но и потом стало более-менее понятно, что сами алгоритмы, сам дизайн этих пространств, он не особенно и далеко не всегда привилегирует какой-то демократическим ценностям или дискурсу, что он привилегирует ненависть, его непрозрачность привилегирует манипуляции, ну и так далее. И в какой-то момент стало понятно, что даже как построено новое пространство цифровых технологий, далеко не, ну, не создано с какими-то демократическими стремлениями. Ну вот сейчас идет большой, бурный и очень злой, я бы сказал, разговор, там, где государство и компании начинают пытаться определить, как будет урегулироваться это пространство. Самое продвинутое урегулирование развивается в Великобритании, по крайней мере, это будет первое, которое будет внесено в закон, это уже будет в ближайшие недели, кажется, или месяца. Ну, там очень такой специфический подход выбрали в Англии, который мы можем с тобой обсудить. Будет ли он моделью для других? Ну, а может быть, отчасти и будет. Конечно, давай все-таки объясним, что это за подход. Но я в первую очередь хотела сказать, что да, ты вначале, когда начал писать об Украине после начала российско-украинской войны, мы говорили о том, что Украина в чем-то пионер, в том числе и пионер в том, как бороться с дезинформацией. Но мы как бы часто здесь оставили эту мантру, что все самое худшее происходит в Украине. Ты сам писал и о фабриках российских ботов. Но если все-таки на фактах объяснить, как сейчас развивается пропаганда в мире, например, на тех же в Филиппинах, в Мексике, в Индии, там, что на самом деле происходит в первую очередь? Я, насколько понимаю, что, например, проблемы перенеслись в группы в WhatsApp, это уже не только как бы Facebook, а какие-то другие вещи. Можешь ли все-таки объяснить и немножко нашей аудитории рассказать, да, с чем, о чем стоит знать? В тех, наверное, самых интересных примерах, которые есть в мире. Хорошо. Ты сама упомянула группу WhatsApp. Группа WhatsApp очень интересная. Почему? Потому что здесь очень остро задается вопрос, где частное пространство, да, которое, в принципе, хорошо для демократии, хорошо, что были бы пространства, там, где люди могут встречаться без какого-то там контроля государства или технологических компаний. Значит, группа в WhatsApp, как все, наверное, знают, ты можешь там собираться, это закрытая группа, там, где ты, с одной стороны, защищен. Ты защищен от, я не знаю, современных КГБ и так далее. С другой стороны, потому что они закрыты, потому что непонятно, что в них происходит, и даже сами компании говорят, что не знают, что там происходит, там могут, конечно, распространяться. Ну, если мягко говорить, фейки, если мы говорим про Индию, организовываются группы ненависти, которые потом нападают на этнические и религиозные меньшинства. Да? Значит, стало таким средой, там, где организуются, ну, часто просто убийства. Значит, вопрос такой. Хорошо, где грань между частным пространством, там, где государство не должно ничего видит, даже компании сами не видят, что происходит. Facebook не всегда видит все, да? А в этих группах они, по идее, ничего не видят. И это очень сложный вопрос. Тогда как урегулировать такими пространствами? Ну, какие-то меры были использованы, например, что эти группы не могут быть больше, чем 200 людей, что ты не можешь шерить очень много раз информацию или дезинформацию с одной группы в другую группу. Нельзя просто переносить. Просто то, что происходило, это организовались много-много-много маленьких групп, а потом дезинформацию очень быстро пропускали через них. Значит, попытались этот процесс немножко замедлить. В Индии просто полицейские теперь залезают в эти группы, их отслеживают их, и если они видят, что организуются какой-то криминальные какие-то действия, они сами действуют. Ну вот, это группа WhatsApp, в то же самое время развивается TikTok,
очень сильно, там, где большое опасение у людей, которые очень озабочены стратегией китайского государства, потому что все китайские платформы, они, конечно, ну, то есть, так, мягко говоря, подвержены влиянию Компартии Китая, и есть опасения, что, может быть, TikTok обидный или безобидный как система, но вся информация на TikTok собирается, и она потом анализируется и может быть теоретически воспользована китайским государством как такая база данных, через которую можно потом делать более злые компании. Все время развивается. Знаете, это все время развивается. Новая технология, новая платформа, развивается новая проблема. И так всегда было. В этом нет ничего такого удивительного. Но вопрос, что мы будем делать про это мы поговорим о том, что мы будем делать, но я все же спрошу, наша тема так и называется «Глобализация дезинформации». Мы как бы понимаем, как люди обмениваются лучшими практиками. Да, мы собираемся, мы обсуждаем, вот в этой стране нашли такой способ. Вот там демократы из одной стороны посмотрели, как делать, как выходить на площади, другие посмотрели. А вот эти, скажем так, авторитарные системы. Как они заимствуют что-то друг у друга? Помню, что в 2016-2015 году ты, кстати, говорил очень много о том, что вот то, что делает Россия, будет почерпнуто другими диктаторами. Но как работает эта система? Вот появились группы в WhatsApp в Бразилии или в Индии, кто-то другой посмотрит где-то еще и подумает, о, хорошая, плохая технология, давайте ее себе возьмем. Это так работает? Или есть еще какая-то система, как это отслеживается? Как это все передается? Или это не организованный, просто такой естественный процесс узнать худшее у худших? Начнем с другого, что эти компании просто идут по типологии обычных пиар-компаний. Там никто ничего особенно не придумывает. Да? Боты, которые мы знаем с точки зрения политической компании, которые были воспользованы там, Россией во время агрессии против Украины, Твиттер был создан, что были боты, чтобы промоутировать разные коммерческие продукты. Все эти компании просто используют логику этих платформ. Там, здесь нет ничего такого гениального, да? Просто они поняли, что можно их использовать для политических целей. Большинство дезинформации в интернете связано с коммерческими вещами, да? Или такой манипуляцией. Здесь просто люди исходят из логики самих платформ. Здесь не нужно особенно что-то гениального придумывать. И чаще всего этим занимаются пиар-фирмы. В тоталитарных странах или диктатурах пиар-фирмы еще бывают еще просто такие фабрики, которые созданы именно для такой цели. Но не нужно сейчас здесь что-то особенно гениальное. Но я думаю, конечно, все пропагандисты, как и художники, все время смотрят на работу друг друга и все время что-то заимствуют. Может быть, есть какие-то личные контакты, они все ходят на те же самые конференции, как мы с тобой ходим на конференции, связанные с журналистикой, есть нон-стоп конференции, связанные с политическим пиаром, они все вместе тусуются, и, разумеется, они взаимствуют разные вещи друг друга. Тоже есть, конечно, такой экспорт более агрессивный, именно таких политических технологий. Россия занята тем, что когда они пытаются сдружиться с потенциальными союзниками в Африке или в Латинской Америке, они предоставляют разные услуги. Да? Там, вы можете с нами дружить, мы вам даем разные наши любимые услуги, там, где у нас есть экспертиза. Чаще всего это что-то связано с энергетикой, ядерной энергетикой. Это связано с группой Вагнером и поставлением каких-то таких-то вот таких mercenaries, наемных военных сил, и посылаются какие-то эксперты по политическим интернет-технологиям и пропаганде. У каждой страны вот что-то дает своим потенциальным партнерам. Вот Россия поставляет вот такие услуги, а взамен нужно Россию поддерживать в ООН, ну и так далее.
На форуме сегодня, а накануне здесь был другой форум, мы находимся на Закарпатье, несколько раз тебя за эти дни цитировали конкретно, но я заметила, что цитировали в таких антиутопических форумах, где там какие-то рассказывалось про твои какие-то страхи и ужасы, о которых ты рассказывал. Не хочется это продолжать. В некоторых случаях цитировали решения, и я хочу конкретно перейти уже к ним. Но давайте отмотаем к тому, с чем мы начинали. Ты говорил о том, что будет в Британии через несколько недель. Я так понимаю, о регуляции соцсетей. Да, что это может быть? И для нас, особенно на пространстве, где государство слишком вмешивалось в работу СМИ последние десятилетия, да, и мы очень боимся влияния государства, все-таки что это может быть? Да, какие способы регуляции возможны? Ну, возможно, начнем с британского примера. Ну, британцы выбрали следующий подход. Они, если немцы изначально пошли по пути... давайте будем урегулировать каждый кусок контента, да, каждый кусок дезинформации нужно регулировать. Англичане решили, что это невозможно. Во-первых, невозможно, во-вторых, наверное, нелегально, в том смысле, что есть свобода слова, и дезинформация – это не какой-то юридический термин. И решили пойти по теории другой немножко. Теория называется вокруг концепции online farms. Может, ты мне перевьешь, как онлайн-фермы, да. It harms. А, онлайн-вред. Вред, да? Онлайн-вред. Вред. И философия такая. Например, когда какая-то строительная компания и архитектор строят здание, да, они должны понимать, что в этом здании должны быть разные системы, которые будут защищать людей в этом здании. Должны быть, например, системы, которые будут бороться с пожарами. Они должны встроены быть в систему, да? Ну и так далее, да? Значит, вопрос такой, какие системы встраивают технологические компании, чтобы защищать людей и социум от плохих сторон этих компаний или как можно ими пользоваться? Значит, например, в какой степени они вставили предохранение, которое будет останавливать, например, эксплуатацию детей, да, на этих платформах, или будут останавливать разные формы гонения и атак на политиков или на журналистов, да, или до какой степени они встраивают какие-то открытые и честные правила про, если они снимают какой-то контент, да, чтобы ты мог быстро оппонировать им и говорить, ой, у меня есть право понять, почему вы сняли мой контент, ну и так далее. Значит, вопрос не гоняться за каждым куском дезинформации, а посмотреть, до какой степени встраиваются такие системы внутри архитектуру разных платформ. И у государства будет, ну, это все еще будет детали, должны быть проработаны, но у государства будет право войти в компанию в любой момент, как аудиторы прочитают, открыть двери компании и проверить, как работают ваши алгоритмы, как работают ваши системы, как вы боретесь, я не знаю, с террористическими компаниями на ваших платформах. И будет регулятор, который будет силы этим, ну, это контролировать. И, в принципе, компании будут, если они не следуют за требованиями государства, их могут, ну, там есть разные санкции, достаточно тяжелые, от сажания в тюрьму Цукерберга вплоть до выключения этих компаний из английского пространства. Ну, вот они такой подход взяли. Вред все-таки они оставили, как вред связан с благополучием граждан, ну, и вред связан с, например, с public health, да, с вопросами здравоохранения. Изначально была идея, что будут такие категории, как вред к демократии, и там бы включались вещи, как дезинформация, но это выкинули из закона, поняли, что
урегулировать контент политический, в принципе, невозможно, и это мы не будем трогать. Я тогда сразу спрошу про глобализацию дезинформации о коронавирусе, в первую очередь, сейчас и вакцинации, то, о чем мы только что говорили до этого и говорим много. Все-таки какие, наверное, самые новые вещи мы тоже узнали? Потому что до этого мы много говорили о действительно каких-то политических историях, о политическом давлении, о борьбе там где-то государства с оппозицией, где-то, вот как в случае России и Украины, это был вопрос вообще войны. Что мы нового тоже узнали о глобализации этой дезинформации в связи с тем, с той ситуацией, в которой мы живем сейчас. Потому что все-таки, ну, как мы сейчас видим, я просто помню, что там, я не буду сейчас повторять эти фейки, но там те, которые я слышала о вакцинах в июне этого года в Техасе, вот они у нас, например, там появились через полгода в Киеве. Да? Это все доходит, да, и что с этим тоже делать? Да, вопрос здравоохранения очень-очень интересный, потому что здесь можно сказать, что есть реальный вред к жизни людей, и платформы пытаются убедить всех, что они очень сильно борются с фейками вокруг здравоохранения, да, потому что это для них очень опасное пространство, потому что если кто-то может доказать, что из-за их небрежности люди умирают, тогда Цукерберг может сесть в тюрьму. Да, это такое уже... То, что вы делаете, приводит к смертям людей. Значит, они пытаются очень сильно показать, что они борются с дезинформацией вокруг коронавируса. Но опять, здесь очень быстро появляется такая серая зона, потому что все эти дезинформация вокруг коронавируса стала безумно политизированной и связана с политикой. А политическую пропаганду, да, платформы говорят, что они не будут трогать, это свобода слова, у них нет права вмешиваться в эту часть разговора. Значит, например, в Америке, когда говорят, что, я не знаю, что маски – это политический жест, что это мировые элиты пытаются контролировать нашу жизнь, это связано с здравоохранением или это связано все-таки с политикой? И для этого у этого такая очень серая зона, очень сложная, и непонятно, кто может быть ответственен за нее. Компании международные, конечно, они подхватываются государствами, которые хотят дестабилизировать доверие и здравоохранение в разных странах, и они подхватываются совершенно разными силами, там, включая международных крайне правых, и они мешаются с другими силами, с другими тенденциями. Мы живем сейчас в таком мире, который не очень похож на холодную войну, а больше на, я не знаю, войны религии в конце европейского средневековья, там, где движутся разные силы, они делают с друг другом разные такие союзы, они перебрасываются идеями, но они двигаются и снизу вверх, и со стороны, и так далее. Значит, здесь как-то найти одной логики, мне кажется, немножко неправильное понимание современного хаоса. Да? Здесь совершенно разные силы подхватывают разные мемы и тенденции и для совершенно разных целей. Про алгоритмы соцсетей мы уже поговорили немножко про регулирование, которое зависит от государства. Насколько, в принципе, возможно что-то с ними делать, потому что это все-таки компании, и, в принципе, что именно в них может поменяться? Есть ли какие-то примеры, как можно... Ну, ты приводил их в начале, но вообще технологически вот в чем суть замены алгоритма, потому что мы часто говорим о том, что они должны быть другими. Кто их должен решать? Или суть в том, что они должны быть прозрачны? Начнем с того, что они должны быть прозрачными, да, потому что мы не можем вообще особенно много чего сказать, потому что мы не видим, что происходит в этих компаниях. Конечно, у нас такая
перверсная ситуация, там, где, ну, я не знаю, у тебя главный катализатор общественного дискурса находится в каком-то тайном месте. Не знаю, сейчас, конечно, были очень такие громкие высказывания Фрэнсис Хойган, который бывший сотрудник Фейсбука, который сейчас Конгрессу и теперь Американскому парламенту рассказывала про то, что Фейсбук знает, что их алгоритмы приводят к, например, психическим болезням среди молодых тинейджеров, но и не знают это, но ничего не делают с этим. Значит, у нас бывают такие капли, маленькие капли инсайта, но реально мы не знаем. Значит, конечно, первый шаг – это просто понимать, что происходит. И тогда мы уже можем думать, как это нужно менять. Ну вот, давайте начнем с этого, потому что все будущие разговоры, они как-то должны быть связаны с этим первым шагом, связаны, как ты правильно сказала, с прозрачностью. А какие они должны быть? Ну, это нам нужно вообще немножко подумать. Я думаю, что это не один же алгоритм, да, на Фейсбуке тысячи разных алгоритмов, которые делают разные вещи. На Гугле еще больше, да, это мы немножко себе придумали такое чисто религиозное такое точка зрения, что где-то есть какой-то великий алгоритм, который всем управляет. Речь идет о тысяче разных решений, которые принимаются все время, которые влияют на все от здравоохранения к психическому здоровью молодых людей до войны. И, конечно, к этим вещам нужно подходить совершенно по-разному, с разной логикой и с разными точками отчета. Мы немножко мифологизируем, мне кажется, этот мир компании и даем ему почти что такое религиозное, какую-то структуру. Конечно, все не так. Ну, как раз снова переходя к вот этим разным решениям, по какой-то причине конкретно вы и ты, да, там взял в основу историю с тем, что нужно как-то думать и как-то бороться с поляризацией в обществе. Это одна из важных задач медиа общественного интереса. Почему так? И почему мы тоже говорим о какой-то глобализации и поляризации, да, в этом случае? И насколько могут быть универсальные какие-то ответы в том, как бороться с поляризацией в разных обществах? Почему это тоже проблема не только, там, не знаю, для США или какой-то другой страны? Здесь два вопроса. Ну, почему это везде происходит? Я думаю, что по нескольким причинам. Одна из них технологическая, что когда идет такая жесткая фрагментация телевизионного и онлайн, и вообще всего медиапространства, люди уходят в разные миры, разные группы, и непонятно, как собирать их в одно общество. Это чисто технологический процесс, который начался до интернета, начался уже с кабельным телевидением. Но и в этом контексте по разным очень причинам, которые все в моей последней книге, по очень разным причинам, стратегия пропагандистов теперь связана с поляризацией, да, не с полным идеологическим контролем, да, над обществом, которое уже невозможно даже в России, а именно над ужесточением ненависти разных групп и играть на этих... На этом конфликте. Если мы говорим про роль СМИ и медиа, ну, здесь вопрос такой вообще, какая роль медиа в демократии? Как медиа должна вообще, какую роль она играет в экологии демократии? И я совершенно не спорю с теми людьми, которые занимаются такой, я не знаю, с медиа, которые связаны с, не знаю, максимально жестко отстаивать какие-то крайние позиции, мне кажется, тоже очень, очень важная роль СМИ. Но есть очень старая традиция медиа, которая видит свою роль как та сила, которая помогает формировать общественное пространство и демократический дискурс, да, которая играет ту роль, что она собирает общество в одну, возьмем метафору агоры, в Древней Греции, пространство там, где разные группы собираются и обсуждают главные темы дня и формируется какое-то общественное мнение. Это очень старая традиция медиа, это была суть создания BBC, оно именно создавалось с такой идеей, да, что
это будет та сила, которая создает эту современную в то время радиоагору. Да? И теперь, когда мы очень все волнуемся вокруг вопроса вообще, что такое демократия, и почему мы чувствуем, что демократия в опасности, я думаю, что многие из нас поняли, что вообще суть демократии были не только институты, или не просто там пошли поголосовали, а именно такой очень странная медиа-экология, там, где совершенно разные мнения, очень часто очень жестко оппозиционные мнения, в то же самое время парадоксально в состоянии слушать друг друга, взаимодействовать друг с другом и принимать какие-то решения вместе. Такой civic discourse, гражданский дискурс. Это вещь такая очень аморфная, но без нее демократия пропадает. И кто-то должен этим заниматься, кто-то должен это создавать. И здесь вопрос дизайна. Нам нужно, конечно, придумывать новые онлайн-пространства, которые способствуют такому демократическому дискурсу и таким отношениям. И, конечно, формы контента и постановления контента, которые думают, окей, как нам собирать вот эти разные социальные группы, которые так разбиты пропагандой. Но я спрошу, а почему традиционные медиа, качественные медиа, ты считаешь, сейчас не справляются с этой задачей? Или кто-то справляется? В чем вопрос? Да, ты можешь мне рассказать, что происходит в Украине, но, наверное, все-таки немножко связано с тем, что это не совсем медиа. В Украине, я не знаю, есть ли медиа как таковые, это все-таки политические ресурсы. Может быть, это будет развиваться, но если мы говорим даже в Англии, там, где есть страница BBC, BBC совершенно пропустил момент перехода в цифровой мир. Были планы в 90-х BBC создавать BBC Facebook такое, социальная медиа по принципам BBC, там, где она не создается для того, чтобы высосать данные людей, которые на ней находятся, и она не привилегирует ненависть и злость, и так далее. Но эти планы остановили, потому что испугались, что это будет мешать развитию коммерческого рынка социальных медиа. Ну и вот все пришло к очень плачевной ситуации. Там, где частные компании совершенно доминируют на поле демократического дискурса, в котором они вообще не заинтересованы, и которых вообще не волнует, да, у них вообще нет. Хоть участок в СМИ, есть хоть какие-то там журналистские начала, у Фейсбука их просто не существует, да. Но они главная сила, которая определяет сейчас общественный дискурс. В Европе и в Англии хоть есть традиция такая. Если вы посмотрите новое законодательство, которое продвигается в Евросоюзе, они хоть немножко говорят про это, да, ну, по крайней мере, так шапочно. По крайней мере, язык есть для этого. В Америке его просто не существует. В Америке просто эта идея не существует. И в Америке доминирует метафора рынок свободных идей. Но чтобы рынок работал, как мы знаем, нужно очень-очень-очень много разных элементов, чтобы он эффективно работал, а эти элементы сейчас совершенно отсутствуют. Это очень старая, это очень новая форма, очень старая задача. Я думаю, что мы сейчас стоим в очень важном моменте, который очень похож на те проблемы, которые мы видели в 20-х в Европе, когда радио начало играть такую огромную роль в обществе, или, конечно, в рождении печати в конце средневековья в Европе. Это такие решающие моменты, которые всегда кардинально меняют организацию общества и нашу идею демократии, если говорим о более современных вещей. Они всегда сперва связаны с эйфорией, потом с чувством ужаса, а потом с каким-то балансом, когда более позитивные силы понимают все-таки, как можно использовать эти новые технологии для добра. Но это всегда болезненный очень процесс. Будем надеяться, что он будет не таким уж болезненным для нас.
Я напомню, що я нагадаю, що можете готуйте ваші запитання, і також в онлайні, будь ласка, так само ставте свої запитання, ми їх встигнемо озвучити. У мене такой уже в чем-то резюмирующий вопрос. Все-таки в 2014-2015 году ты говорил и много выступал, говорил про информационную войну или то, что мы называем инструментализацией, weaponization, да, информации, использование информации как оружие, но потом говорил в частности о том, что очень нужно быть осторожным с этой идеей, осторожным с идеей контрпропаганды и вообще то, что информационная война может, это какая-то псевдоидеология, с которой нужно быть осторожным. Информация все-таки не оружие. Как ты это объяснишь? Мы просто очень много говорим про дезинформацию, да, в данном случае как по-другому смотреть на проблему дезинформации, а не и искать другие ответы, а не только ответы как бы борьбы, да, вот эту военную риторику используя. Ой, ну здесь есть несколько элементов. Во-первых, есть, мне кажется, очень часто используется это ложное понимание или метафора для того, как работает информация, язык и так далее. Да? Не знаю, в 20-х и 30-х прошлого века, когда тоже радио начало играть такую решающую роль в новом мире, было очень много теорий, что информация, особенно радиоинформация, это новая сила, работает как пули. Да, слова и радиоволны как пули, которые входят в мозг к людям. И что люди как такие, не знаю, жертвы этих пуль. И, конечно, очень быстро стало понятно, что эта информация не так работает. Не то, что люди не так воспринимают информацию, она вообще не работает как оружие в этом плане. А как она работает? Информация главным делом может определить, про что мы говорим, и как мы про это говорим? Ну вот здесь начинается маленькая такая тонкая вещь, связанная именно с идеями информационных войн и так далее. Цель, не знаю, российских компаний или китайских компаний, или крайне правых компаний, всегда не просто убедить часть населения в чем-то, зато в этом тоже, конечно, это как-то убить пространство какого-то демократического дискурса, там, где люди друг другу доверяют, там, где мы способны общаться с друг другом. Их цель просто создать так много ненависти и шума, что просто мы больше не можем функционировать как демократия. Значит, здесь нужно быть очень осторожным. С одной стороны, конечно, нужно бороться с ихними компаниями. Нельзя пассивно просто сидеть и ждать их. Но нужно в то же самое время понимать, что наша цель – бороться с эффектами их компаний. Цель эффектов этих компаний, да, это раскрошить какое-то демократическое общественное пространство. Значит, мы должны в то же самое время и показывать, что они делают, но в то же самое время заниматься совершенно другим и выстраивать этот демократический сад, я не знаю, это поле, эту агору. Ну вот, и это очень сложно. Но мы не можем, если мы хотим бороться с тем, что они делают, мы не можем начинать думать, как они. Да? Но здесь очень глубокие вопросы начинаются. Мы, в конце концов, не очень понимаем связь между информацией и демократией. У нас всегда были такие очень простые какие-то формулы, что бороться с цензурой. Да, хорошо, конечно, бороться с цензурой. Плюрализм – это хорошо, но мы видим, что плюрализм иногда приводит к жесткой поляризации. Ну и так далее. У нас вообще почти нету какой-то настоящей теории отношения информации и демократии. Но мы сейчас в моменте такого интересного поиска. Я, конечно, призываю к тому, что нужно бороться с Россией, Китаем и так далее, и так далее. Это совершенно очевидно, совершенно не информационно-пацифист в каком-то смысле, но в этой борьбе мы, конечно, не можем использовать те же формулы и те же, не знаю, те же метафоры, которые они используют. Цель российской власти или китайской власти – это доказать, что
информация – это всегда манипуляция, что информация – это всегда оружие. Это и главная идеологическая цель, да, сказать, что демократия – это ложь, это всегда манипуляция, все ваши идеи про общественное пространство или права человека – это все просто манипуляции, и вся информация – это манипуляции. Но мы все-таки должны бороться за то, чтобы информация была не манипуляцией, да, что информация – это форма коммуникации, да. Все сложно в этом пространстве. Мы бы хотели все довести до каких-то простых метафор, связанных с войной, но, увы, здесь материал немного тоньше. Все ответы мы, конечно же, не дадим, но в последние годы мы работали над несколькими исследованиями, конкретно в Украине, да. Это исследования и о войнах памяти, как им противостоять, и о том, что объединяет украинцев, да, если мы говорим про последние 30 лет истории, в частности, и о том, какие, например, есть антизападные нарративы, и как работает конспирология, насколько люди восприимчивы к конспирологии. Например, там было несколько у нас там парадоксальных, наверное, инсайтов, например, в том, что мы часто говорим про критическое мышление, да, что очень важно его воспитывать, но очень часто как раз и конспирологи являются теми людьми, которые очень критически относятся к информации, там имеют огромное количество источников и не хватает чего-то еще, кроме того, чтобы говорить о том, что нам всем нужно быть очень критически мыслить и, не знаю, учить остальных. В этом случае я просто даю тебе возможность и спрашиваю, исходя для нашей Украины, аудитории, исходя из тех исследователей, которые были именно касались украинских аудиторий, да, какие самые интересные решения, с которыми мы могли бы работать, для тебя тоже были бы? Ну, мы делали, например, большое исследование про успех таких нарративов конспирологических, которые популяризированы и Российской Федерацией, и ее союзниками в Украине, например, нарративы про то, что Соросята и, как называется, может, ты мне напомнишь, как это... Грантоеды? Тайное государство, или как называется? Внешнее управление. Внешнее управление, да, над Украиной. И так далее. Я думаю, что все в аудитории знают про эти нарративы. Нам просто было очень интересно, кто верит в эти вещи, и остается ли это в части населения, которые всегда были склонны к пророссийским точкам зрения. И то, что очень пугает и очень настораживает, что эти нарративы не только популярны в географиях и демографиях, которые уже поддерживали какие-то российские нарративы, а эти нарративы реально очень популярны на западе Украины, кстати, в Закарпатье, там, где там 30% людей в них верят. Честно, конечно, для Российской Федерации это очень такая успешная стратегия. Не будем говорить, какой Путин великолепный, просто будем говорить, какой Запад ужасный и как украинские политики двуликие вообще преследуют какие-то тайные цели, которые они не рассказывают людям. И эти нарративы работают, потому что они отражают такой жесткий опыт людей, связанный с украинской историей. Ты часто была жертвой международных заговоров и, конечно, 90-х. Очень интересно, когда люди пытаются для себя, например, объяснить роль МВФ, и многие из этих нарративов про злой МВФ пытаются всех обмануть, они начинают говорить, мы же помним пирамидные схемы и банки 90-х. Наверное, МВФ такой же. У нас другого опыта нету с банками. Или они говорят, что не бывает сыра без мышеловки. Если Запад нам помогает, они потом как-то подло нас подставят. Значит, у людей какой-то личный опыт, который отражает какой-то конспирологический мир, и эти нарративы на это сажаются. Значит, здесь нужно работать с этими глубинными психологическими предположениями. И это, конечно, все сразу входит в вопрос субъектности. До такой степени люди чувствуют, что они вообще контролируют мир вокруг себя. Люди в наших исследованиях нам рассказывали, я ничего не контролирую, вокруг меня темные силы, все время они мной манипулируют. Да? Я не чувствую, что у меня есть вообще какой-то
какая-то субъектность. Значит, мне кажется, нужно работать с этими чувствами, да, потому что нарративы все время меняются, и гоняться за каждым нарративом достаточно бессмысленно. А нужно работать с этими более глубокими проблемами, и у нас есть разные предположения, как можно было бы с этим работать, и не только предположения. Но есть, например, целое движение журналистики, которые построены именно по этому принципу, как усиливать субъектность и то, что в Англии называется empowerment, чувство своей силы, которое у людей может появиться. Есть целый департамент в университете Нью-Йорка вокруг social and engagement journalism, да, там курс четырехлетний курс, там, где преподает журналистам именно как усиливать демократическую такие функционирование людей. И здесь, конечно, начинается очень большой сдвиг в журналистике от журналистики как поставитель информации к журналистике как услуга, которая людям помогает становиться более активными. Это, с одной стороны, очень тонкая вещь, да, не то, что сильно меняется работа журналиста, все равно ты собираешь истории и пишешь истории. Но как ты их пишешь, с какой целью ты их пишешь, как ты вовлекаешь людей в этот процесс и как ты идешь по заказу общества, а не по заказу то, что тебе кажется важно, это все кардинально меняется. Значит, с одной стороны, это та же журналистика, да, но, с другой стороны, ее процесс, ее цели немножко меняются. Кардинально меняются. Ну, это одна только потенциальная форма. Но нам нужно все время спрашивать, а зачем журналистика? Кому она нужна? Какая ее роль в демократии? Мы немножко, далеко не всегда задаемся этими вопросами. Я вообще этим вопросом не задавался. Когда я там снимал документальные фильмы или делал передачи, мне в голову не приходило, что я должен думать про этот вопрос. Но этот вопрос очень сильно и жестко сейчас стоит. Другая сторона, люди, которые хотят манипулировать или даже убить демократию, они очень много про это думают. Они очень сильно поменяли свои стратегии, а мы наши не поменяли. И мы отстаем. Я прошу тих, хто є в залі, підняти руки, якщо у вас є запитання, щоб я зорієнтувалася, скільки цих запитань є. В онлайні в нас є запитання, а перед тим я скажу також, що дослідження, на які посилався і про які розказує Пітер, в мене тут є кілька примірників, зокрема про конспірологію, які є на столі, а в онлайні я попрошу, щоб завантажили лінки. А Пітер, тобі к нам прийшло кілька вопросів, на самом деле частично на них ты начал отвечать, но, возможно, как раз продолжишь. Это был вопрос о том, от Марии Кравченко, или изменились каналы и нарративы Кремля в контексте Украины с 2014 года, и ну, каким образом, и все-таки как Украина может противодействовать иностранной дезинформации. Вот такой вот вопрос, я говорю, частично ты на него начал отвечать, а я вас прошу, також вас прошу поднимать руки, если у вас питання є. Значит, мне отвечать на первый вопрос, да? Да. Знаете, с Россией просто нужно бороться, да? Война, и с Россией Украине нужно бороться и в информационном пространстве, и в физическом, и экономическом, идет война. Значит, здесь нужно... Я бы не сводил там российскую агрессию там, к пропаганде, там намного больше чего происходит. Но задали большой вопрос про как бороться с внешней дезинформацией. Вот мне кажется, что это немножко ошибочная рамка. В том смысле, что в современном мире, в информационном пространстве, вот это внешнее и внутреннее, оно очень сильно смылось. Да, есть такие... уже, кажется, достаточно тупые там компании, типа там, я не знаю, российская фабрика троллей, которая пытается вмешаться в американские выборы. Да? Там можно как сказать, вот внешний враг, он делает что-то внутри нас. Да? Ну, как с этим можно бороться? Ну, нужно, конечно, новое законодательство, которое пытается объяснить, что не то с такими, компаниями. Да? Например, если мы говорим про вмешательство российских фабрик и троллей в американскую политику, да,
это будет связано больше, я думаю, с как была сделана эта кампания. Не с контентом, да, потому что у России, в принципе, есть право коммуницировать свои идеи великие в Америке, да. Мы все-таки живем в открытом мире. Но как это было сделано, да, через секретные аккаунты, непрозрачно, там, где казалось, что это американские онлайн-аккаунты, это вообще были российские, с этим можно бороться на уровне урегулирования. Можно сказать, что это нелегально. Делать такие непрозрачные кампании нелегально. Не контент сам, а сама методология. Это, в принципе, вполне возможно. Я думаю, что мы будем к этому двигаться. Если посмотреть на законодательство ЕС, они начинают про это говорить. Да? Не с контентом бороться, а именно с как делаются эти кампании. Ну, это во-первых. Ну, в принципе, делить на внешнее и не внешнее – это только маленькая часть проблемы. Потому что сейчас все очень смешано. Все очень переплетено. И, мне кажется, особенно в Украине, там, где огромная часть пророссийской кампании сделана не из России, а сделана там местными союзниками России. Ну вот, значит, здесь просто все свести к внешнему и внутреннему будет очень сложно. Мы просто не живем в этом мире. Да, мы больше не живем в мире, там есть жесткие информационные границы. Значит, нужно будет бороться не только со внешним. И, конечно, урегулированное всегда будет очень-очень минимальным в этой сфере. В Украине немножко другая ситуация, потому что в Украине война. Но в большинстве стран нету официальной войны с Россией. Путь регулирования может добавить какую-то прозрачность, да, может быть, может остановить какие-то такие тайные кампании и сказать, что они нелегальны, но в общем нужно будет, конечно, бороться с эффектом этих кампаний. Но для этого кто-то должен этим заниматься. И пока непонятно, кого эта работа, кто должен этим заниматься. Если, я не знаю, крайне правые пророссийские силы, я не знаю, в Англии собираются вместе и пытаются начать гражданскую войну между крайними мусульманами и крайне правыми в Англии, кого задача и кого работа это бороться с этими с последствиями этого? Кто должен этим заниматься? Вот это пока не очень понятно. Бачу питання залу. Ігор Балинський. Зараз йому в нього буде мікрофон, і він також поставить своє питання. Ви також, якщо є, зорієнтуйте, щоб ми слідкували за часом. У вас є шанс от зараз підняти руку. Ігоре. Пітер, привіт. Здравствуйте. Я тебя рад видеть и слышать. У меня вопрос такой вот на последнем кейсе, который разворачивается на наших и твоих глазах. Да, это история с информированием от Washington Post и политика о передвижении российских войск к границам с Украиной. Ты, наверное, видел, что вокруг этой ситуации сейчас развивается очень много, ну, как бы, таких, ну, такой игры дезинформации, да, с опровержениями. ЦРУ едет в Москву, чтобы спрашивать ситуацию в России, что делается. Скажи, пожалуйста, то, что ты видишь в последнее время вокруг Украины и тех нарративов дезинформационных, которые идут от России на Западе, есть ли реакция, с твоей точки зрения, адекватная Украины на то, что разворачивается на Западе вокруг ее имиджа и вокруг сложных отношений в российско-украинской войне? Спасибо. Именно про кейс, про который ты сейчас говорил, с поездкой Бернса в Украину, я думаю, что ты лучше можешь рассказать, чем я очень шапочно за этим слежу. Не знаю, я думаю, что завоевание, российская агрессия в Украине показала, что то, что называется скучным, банальным словом общественная дипломатия, public diplomacy, да, это и есть такое, я не знаю, поддерживание репутации страны за границей, это очень важная часть безопасности. Все всегда спрашивают, а почему Катар так много тратит на покупку футбольных клубов, спонсирование выставок на Западе и так далее? Потому что они видели пример Кювейта, и потому что никто не знал, кто такой Кювейт, Ирак смог с легкостью завоевать Кювейт. Они не пытаются сделать себя
такими знаменитыми, что в голову не придет другому государству на Ближнем Востоке их завоевать. Но у Украины почти не было репутации среди западного общественного мнения до войны, и, конечно, это сделало работу России намного проще, потому что если у людей нет никакого образа в голове, тогда другие будут формировать этот образ. Мне кажется, есть какой-то прогресс с этим, есть отличный украинский институт, который был создан с тех пор, чтобы продвигать Украину в международном мире. И в каком-то смысле, может, даже Украина в таком очень интересной ситуации, потому что она начинает с нуля, и она может тогда использовать современные формы общественной дипломатии, потому что мы сейчас живем в очень таком странном мире, очень разбитом на маленькие части, и мне кажется, теперь просто такой общий подход не хватит. Нужно будет понять реально, какие потенциальные ваши союзники даже не в странах, а внутри разных аудиториях в разных странах, и начинать с ними работать через совершенно разные выстроения совершенно разных общих интересов и диалогов. Можно идти даже почти по городам, да, я не знаю, у Черновцов такой важный образ в Австрии, который можно развивать. У Одессы очень сильный в Америке и в Израиле. У Полтавы очень важный в Швеции. Даже на уровне городов можно думать, какой город может найти диалог с другими городами, ну и так далее. Мы живем в таком очень странном мире, там, где даже вот такие старые способы продвижения бренда страны, за это ненавижу этот термин, уже немножко устарели. Ну вот, но это нужно делать все время, это нужно делать очень-очень много, и я надеюсь, что в Украине уже поняли, что это вопрос безопасности, это не просто какой-то лакшери. В настоящем мире это экзистенциальный вопрос. Потому что если никто про вас ничего не знает, тогда ваш враг будет формировать ваш образ. Я напоследок спрошу, что очень тяжело заражаться оптимизмом теоретически, да, когда мы говорим об общих каких-то фразах, но, с другой стороны, там всегда позитивно и очень интересно смотреть, например, примеры того, как там проводились фокус-группы про то, что объединяет украинцев, и как украинцы спорили на противоречивые темы, да, ты как раз много говорил о том, что, например, украинцы все равно при физической встрече были более дружелюбными, чем, например, там британцы, которые обсуждали Brexit. Но в каких-то еще других примерах, какие еще ты все-таки мог бы назвать там какие-то простые истории с алгоритмами, с дизайном соцсетей, которые на самом деле, да, могли бы немножко улучшить нынешнюю ситуацию, чтобы мы не запугивали. Да, мы, например, уже вспоминали о том, что там кнопку лайк, да, вместе с ней может быть кнопка респект, да, уважать, что-то подобное. Какие сейчас твои любимые примеры, да, такого оптимизма в борьбе за хорошую журналистику и возвращение журналистики как платформы взаимодействия конструктивного? Ну смотри, здесь две вещи. Одна – дизайн онлайн-пространств, чтобы они были более оптимизированы для демократии. Здесь, конечно, самые большие продвижения в Тайване. И я бы очень хотел больше близости между странами, которые должны понять, как балансировать демократию и как защищаться от информационной агрессии соседов. Я бы хотел видеть намного больше взаимодействия между странами Восточной Европы и Центральной Европы и странами Азии, которые живут вокруг Китая. Потому что Китай и Россия похоже используют информацию в своей внешней политике, и страны, как Тайвань, как Корея, могут многому научить и многому научиться у Украины и Эстонии, например, самые интересные страны в Центральной Европе, которые занимаются этим вопросом. И особенно, конечно, Тайвань. Тайвань переживает очень-очень похожие формы информационной агрессии от Китая, как страны Восточной Европы и Украины от России. Боты, тролли, влияние на политические партии – попытки играть на поляризации страны, на разных таких темах,
я не знаю, русского мира или китайского мира. Очень много похожего. Этот диалог может быть очень-очень активным, очень плодотворным. Но Тайвань, конечно, сейчас такая безумно продвинутая страна с точки зрения, как используются интернет-технологии для усиления демократии. Во-первых, они очень серьезно относятся к вопросу, который в Украине поднимали, как сделать государство в смартфоне. Да, если цель информационной агрессии там, Китая или России – это усилить недоверие в демократиях, как можно сблизить людей к своему государству через усиление их голоса в демократических процессах через онлайн-технологии. Я дам один пример, например. В Тайване есть одна интернет-платформа, которая ее принцип сближать людей в очень жестких, поляризирующих дебатах внутри вопросов, связанных, не знаю, с налогами, например. Да? Они говорят, что это платформа, которая такая противоположная Фейсбука или Твиттера. Цель Фейсбука и Твиттера – тебя столкнуть максимально сильно с другой стороной. Да? Вот моя группа, а вот та группа, которую я не люблю. А эта платформа, она делает именно противоположное. Каждый раз, когда ты вносишь какую-то идею или коммент, алгоритм ищет то, что тебя сближает с другой стороной, и находит разные точки общего. И в конце концов она должна показать, как общество может найти общие принципы к подходе, не знаю, там это было использовано, как найти подход для урегулирования налогов для, я не знаю, для Uber и такси. Ну, это весь дизайн платформы вокруг идеи, как сблизить людей, чтобы найти консенсус. Ну вот, и потом это делается на уровне общественного дискурса, а потом люди в парламенте слушаются этих советов и пытаются их внести в закон. Политики все еще играют какую-то роль, не бойтесь, вы все еще очень важные, но это такая более продуктивная система взаимодействия общества с властью и с политиками. Давайте вернемся к истокам идеи общественного пространства. Да? Идея общественного пространства, как теория, да, что есть плюрализм, есть разные голоса, есть дискурс, там, где эти разные голоса находят какое-то общее решение, и оно потом влияет на власть. Это самая классическая идея, что такое демократическое общественное пространство. Да? Ну вот, технология, которая именно построена, чтобы усиливать этот процесс. Кстати, она была придумана в Сиэтле, но использована в Тайване. Я думаю, что вот максимально нужно всем ехать в Тайпей, и многому можно научиться. У них, кстати, очень хорошие законы вокруг дезинформации тоже, достаточно такие, жесткие, которые очень жестко действуют против китайской дезинформации, но оставляют большое пространство для внутренних дебатов и разногласий. И у них очень жесткие, конечно, позиции по именно интернет-инфраструктуре, что она не должна быть и не может быть в китайских руках. Питер? Я думаю, что в Тайвань нужно всем ездить. Хорошо. Реальная еда. Мы пока доехали до Закарпатья, те, кто не из Закарпатья. Спасибо большое, что был с нами на связи воскресным утром в Вашингтоне. Еще раз дякую всей нашей аудитории онлайн, аудитории тут, яка фізично знаходиться. Це був Пітер Помаранцев, директор програми «Арена». Наразі вона перебуває в інституті Агора в університеті Джонса Хопкінса в Сполучених Штатах. Мене звати Наталка Гуменюк. Я є журналісткою і співзасновницею лабораторії журналістики суспільного інтересу. Я додам